Друзья, приветствую всех на канале Есть Поесть. Сегодня предлагаю испечь чудо-пирог, для которого не нужна ни духовка, ни весы, ни миксер. К тому же этот пирог очень бюджетный. Такой вариант – это просто находка для дачи, ну и не только. Думаю, что почти у каждого на даче есть мультиварка. Ну а если нет, можно испечь пирог просто на плите на сковороде, ну или как обычно в духовке. А список ингредиентов смотрите под описанием к видео. Я использую мерный стакан вместо весов, поэтому продукты, даже сыпучие, будут указаны в миллилитрах. Все продукты желательно брать комнатной температуры. Итак, к яйцу я добавляю сахар, немного соли, корицу, ванильный сахар и все размешаю венчиком, можно просто вилкой. Далее добавляю рафинированное растительное масло, можно заменить растопленным сливочным, молоко, размешиваю. Добавляю муку, насыпанную до отметки 200 мл, 2 порции. И разрыхлитель. Сначала смешаю его с мукой, а потом замешу тесто. Тесто получается довольно жидким. В чашу мультиварки, смазанную маслом, выливаю тесто. Конечно, пирог можно испечь и просто так, без начинки, он тоже очень вкусный. Но сейчас сезон ягод и фруктов, и нельзя этим не воспользоваться. Я беру черешню без косточек и малину. Подойдут абсолютно любые ягоды или фрукты, и даже замороженные. Слегка вдавливаю ягоды в тесто, желательно, чтобы они не доходили до дна. А затем как бы затягиваю ягоды тонким слоем теста, чтобы не было проблем при переворачивании готового пирога. Отправляю чашу в мультиварку на режим выпечка. У меня по умолчанию стоит 50 минут, а вы ориентируйтесь по своей технике, проверяя на готовность деревянной палочкой. Извлекаю пирог при помощи чаши для варки на пару и на ней же оставляю пирог остыть. Затем перекладываю на блюдо и посыпаю сахарной пудрой. Украшайте пирог на свое усмотрение. Между прочим, этот пирог хорош как в горячем, так и в остывшем виде. У меня он слегка теплый. Вы только посмотрите, какая красота! Очень аппетитно! И все это обходится без больших затрат, в том числе и финансовых. Весьма бюджетный вариант, я бы сказала. Мягкий, нежный, с хрустящей корочкой, слегка рассыпчатый. По структуре напоминает кекс. И все это без заморочек, из минимального количества простых продуктов, которые найдутся у каждой хозяйки. Ну вот так лучше видно структуру, посмотрите. Испеките такой пирог обязательно, с любыми свежими ягодами или фруктами, замороженными. Также подойдут сюда сухофрукты или орехи. Да просто с яблоками в конце концов. Чтобы сохранить этот рецепт, не забудьте поставить лайк, а также обязательно пишите комментарии, вам не трудно, а я буду рада. Смотрите на канале также и другие рецепты простой и вкусной летней выпечки, и не только. Не забывайте подписываться, впереди еще очень много интересных рецептов. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.